Друзья, вас тоже бесит то, что приходится вот здесь вот искать концы у пищевой пленки. Есть такой совет. При таком способе пленка будет быстрее разматываться, не будет прилипать к рукам, легче режется ножницами. И этот способ при помощи холода. Можно хранить на балконе, а можно хранить в холодильнике то же самое. Друзья, напишите, пожалуйста, как вы храните пищевую пленку.